Телеканал КРТ представляє. Українці чекають на диво або на такого собі чаклуна. Хочуть сьогодні заснути і у найбіднішій на континенті країні, а на ранок прокинутися у цивілізованій європейській державі. Нам треба зрозуміти, по суті, тільки наша з вами свідомість, праця і небайдужість міняє систему, народжуючи дієві важелі тиску на можновладців. Це програма «Презумпція винуватості», де ми за допомогою механізмів громадянського суспільства, гласності і права переслідуємо недолугих чиновників, цинічних розпалювачів війни і ненависті та політичних пройдисвітів. В студії з вами я, ведучий Дмитро Василець та адвокат Андрій Гожий. Вітаю. Мір вам. На початку квітня 2020 року кияни зіштовхнулися з проблемою відсутності фінансування і фактичною ліквідацією двох лікарень, а саме Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня, Центр мікрохірургії ока та Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини. Якщо трошечки забігти наперед цій ситуації, ці дві лікарні наразі вдалося відстояти. І от я хочу показати документ, який підтверджує, що нам вдалося за допомогою громадських активістів, адвокатів і журналістів все ж таки вибити фінансування на ці дві лікарні. Ось цей документ. І якщо дивитись на далі, тобто, якщо відмотати ситуацію трішечки назад, то голова Департаменту охорони здоров'я пані Гінзбург, я просто дуже хочу, щоб наші телеглядачі подивились на це відео, як чиновниця нам розповідає, що неможливо просто фінансувати на законних підставах ці дві клініки. Тільки зміни до двох законів дозволять фінансувати з місцевого бюджету. Тому, будь ласка, звертайтеся до депутатів Верховної Ради до зміни чинного законодавства. Подождите, ви блокируєте фінансування двох больниць, одної інфекційної, яка може лікувати лишення коронавірусом, тому що, що вам мішає? Зараз я закон, я не можу. Я не знаю, що в Житомирі. Пане Андрію, ви як наш юридичний сектор, от голова нашого юридичного сектора, от поясніть, чому от такий дисонанс у голові у наших чиновників відбувається, тому що ми бачили документ, який нам надали працівники цих клінік на наш журналістський запит. Їм фінансування після цього надали, фактично надала саме ця чиновниця, а вона наразі нам розповідає, що це неможливо. Як таке відбувається? Чи все ж нормально з психологічним здоров'ям наших київських чиновників? Ну, если киевский чиновник считает, что он закон, то можно усомниться в его состоятельности. Но я думаю, она оговорилась и не зря. Вы знаете, что произошло? Когда наш президент Владимир Зеленский записывает видео, где слезно дрожащим голосом рассказывает, что мы встали на борьбу с коронавирусом, мы победим, и все будет хорошо, у него, видно, где-то завелись крысы, которые, пользуясь, ну, крысы я имею в виду в гороскоп, которые, пользуясь ситуацией, что страна находится в таком своеобразном коллапсе, гражданское общество дремлет на карантине, решили сократить два медицинских учреждения, по сути, ликвидировав их путем присоединения к чему-то там. Но, слава богу, нам удалось победить. Победить вот эту черную силу, эту чиновничью нечисть, с чем хочу поздравить и киевлян, и жителей всей Украины, потому что лечатся они, как правило, в Киеве. Поскольку здесь, в столице, сосредоточены лучшие врачи, лучшее медицинское оборудование. А вот у меня такие питання, что вот, если вот наши киевские чиновники, они закрывают специализованные лекарни, которые могут давать очень высокоспециализованную допомогу, я так понимаю, просто есть коммерческие лекарни, які, мабуть, просто доплачують чиновникам, щоб закривали державні лікарні та щоб пацієнти всі просто йшли до комерційних, тому що вже не буде альтернативи, тобто не буде в держави можливості забезпечити спеціалізовану допомогу. От з вашої точки зору, скільки от
хоча б приблизно отримали наші київські чиновники на такому намаганні. Ми ж розуміємо, що це просто намагалися закрити, але в них, я так розумію, поки що не вийшло. Ну, якщо ми посмотрим на автопарк наших бідних чиновників, навіть то, що вони вказують в своїй декларації, то ребята хорошо зарабатують на нашому з вами здоров'ї. Но знаете, что происходит? У нас же идет медицинская реформа, но ее так красиво назвали. На самом деле в стране идет ликвидация бесплатной медицины. Ну, она идет двумя путями. Это введение так называемой страховой медицины, о котором даже в своей избирательной программе нам сказал вот этот вот молодой человек. Узнаете его? Он нам говорит, что... Ми можемо процитувати класика, він, мабуть, вже забув. Найважливіший крок в охороні здоров'я – перехід до страхової медицини. Що таке страхова медицина? От, а сочинитель от цієї фундаментального произведення взагалі читав Конституцію? В Конституції написано чорним по білому, а Конституція – це контракт, по якому ми наймаємо президента на роботу. Написано «Медицина в стране бесплатная». Какая страховая медицина? На минуточку. Постривайте, пане Андрію. Можливо, просто ситуація трохи інша. Можливо, там є десь, от ви як юрист, поясніть, можливо, є стаття, що політтехнологи не несуть відповідальність за дії політиків, і політики не несуть відповідальності за те, що понаписували політтехнологи в програмах. Можливо, є така стаття? Звісно. За чуш, яку вішають, і за лапшу, яку вішають на уші електорату, ніхто не несе відповідальність. Но... Тобто є певна якась стаття навіть цього приводу? Звісно, звісно. Називається презумпція невиновності. Принцип. Ось чому у нас програма «Презумпція винуватості». Звісно, тому що чиновник винуват за своє балабольство. И должен нести ответственность. Тем более, когда закон нарушает Конституцию, нам что говорит? Что существующая сеть государственных и коммунальных медицинских учреждений не подлежит сокращению. Надо взять Конституцию и бить по голове кличка, а он и так много раз битый по голове, бить по голове всяких Гинзбург, всяких Зеленских и прочих. Ну, для того, чтобы телезрители поняли суть проблемы, мы с вами должны и как журналист, вы, и как и юрист объяснить, что же такое вот эта псевдомедицинская реформа, в чем она заключается. Ну, якщо от подивитись на деталі, тобто зараз от реформа другого етапу, зараз реформуються, так звано реформуються спеціалізовані лікарні. І нашим лікарням по цій реформі, наприклад, от вони повинні вже надавати послугу громадянам України. Тобто вони не допомогу повинні надавати, а послугу. І за цю послугу держава повинна надавати їм кошти. А от скільки коштів? Це вирішує пані Супрун, я так розумію, з своєю командою реформаторів, яку вона створила у Національній службі здоров'я, так званій. Тому що у нас є тепер така структура, і вона вирішує, скільки державні лікарні будуть отримувати коштів за цю послугу. От ви як юрист, от поясніть, от послуга, допомога, от це, я так розумію, щось все ж таки різні слова. І яким чином це буде саме, от як це будуть сприймати лікарі, як це будуть сприймати, наприклад, правоохоронні органи, от, ну, з вашої точки зору? Согласно концепции супрунизма, который продолжает жить и является живее всей живых, мы должны понять, как произойдет ликвидация бесплатной медицины у нас в стране. Значит, вы правильно сказали, создан специальный орган, Национальная служба здоровья, которая должна платить деньги. То есть те деньги, которые ходят за пациентом. Правда, никогда не успевают его догнать и приходится доплачивать за услуги отдельно. То есть наши с вами больницы, поликлиники, специальные медицинские учреждения, как те, о которых мы говорим сегодня, это микрохирургия глаза и перинатальный центр, превращаются в коммунальное предприятие. И здесь ключевое слово «предприятие». То есть было учреждение государственное, коммунальное, наше с вами, а предприятие. Предприятие, которое... Тобто они меняют юридическую форму власности. Они не просто, они меняют философию, потому что задача предприятия, даже оно, если не коммерческое, задача его зарабатывать деньги на нас с вами. То есть мы пришли, чтобы с нас взяли анализ крови, а они выставляют
Счет вот этой вот службе здоровья по утвержденным тарифам. То есть что такое? Если эти тарифы будут занижены, то вот эти предприятия коммунальные не смогут нам оказывать качественные услуги. И тут два пути. Те, у кого есть деньги, кто их заработал, когда гнул спину в Польшах и в прочих евросоюзах, идет в частные компании, которые, мы знаем, принадлежат все тем же Гинзбургам. Либо остается без медицинской помощи. А коммунальные предприятия могут что? Обанкротиться, правильно? Mm-hmm. Потому что никакое предприятие не защищено от банкротства. Вот если я не помиляюсь, вот там вот в тарифах вырвать зуб – это 9 гривень. Скільки разів вони занизили ці тарифи, мені навіть важко прорахувати, якщо брати якісь от ринкові ціни. І от це умисно вони це роблять, от з вашої точки зору. І от я ж так розумію, у нас в Україні, якщо колективне рішення, то немає кримінальної відповідальності. Конечно. Можливо, саме цією лазівкою вони користуються, коли створили, в принципі, цю Національну службу здоров'я та інші органи, які ліквідують нашу медицину. За коллективное принятие решений, конечно, нет ответственности. Но всегда готовятся проекты и... Боже, тот, чье имя сейчас нельзя называть, говорил так. Каждая проблема имеет свою фамилию, имя и отчество. Я не ручаюсь за достоверность цитаты. У нас пытаются бездумно скопировать медицинскую систему нашей богоспасаемой митрополии, именно Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть их рятует Господь, рятует, а все одно не выходит, потому что, я так понимаю, система охраны здоровья в них... буксує. Ну, специфическая система. Там Господь спасает только богатых людей. Дуже-дуже богатых. Да, у них когда на долларе написано «С нами Бог», вроде так там написано. А, или «С Богом мы», «С нами Бог» – это эти нацисты. Ну, ладно. Я предлагаю вообще показать телезрителю, что собой представляет в финансовом плане американская здравоохранительная система. Это очень доречная идея. Давайте подивимося на прикладе. Доску. Схватил ее тут, а лезвие попало на сучок. Он отпилил себе кончики двух пальцев. Доска проскочила вместе с пальцами по лезвию. Вот так все в момент и произошло. Его первая мысль. У меня же нет страховки. Сколько это будет стоить? И мне придется платить за это наличкой? 2-3 тысячи или больше. И значит ли это, что мы теперь не купим машину? У Рика также нет медицинской страховки. И больница предоставила ему выбор. Пришить средний палец за 60 тысяч долларов. Или безымянный палец за 12 тысяч долларов. Это было ужасное чувство. Вот так вот оценивать части тела. Будучи безнадежным романтиком, Рик выбрал безымянный палец по спецпредложению за 12 штук. А у кончика среднего пальца сейчас новоселье в новом доме, на Орегонской свалке. Да, почти 50 миллионов американцев не имеют страховки. И они каждый день молятся, чтобы, не дай бог, не заболеть. Ну, дуже цікавий, я так розумію, приклад. І от, як ви думаєте, скільки треба молитися, все ж таки, щоб не захворіти? От, ну, скільки не молись, з юридичної точки зору. Скільки не молись, а палець от этого не вирастет, якщо ти, звісно, не какой-то блаженний чудотворець. А якщо от подивитися на ситуацію, коли от 50 мільйонів американців не мають медицинської страховки, тобто, ну, це більше, ніж українців взагалі. Якщо подивитись, в принципі, скільки там тих американців, я, якщо не помиляюсь, приблизно 1 300 000. 350. Тобто, фактично, у них дуже велика кількість громадян Сполучених Штатів, які не мають страховки. Якщо, не дай Боже, з ними щось трапляється, вони чи йдуть на кладовище, чи йдуть на кладовище, чи як? Ну, треба розібратися. Америка – країна складна во всіх розуміннях, і медицина там дуже складна на самом деле. І бездумно копіювати Штати – це найбільша глупость, яка могла прийти в голову тільки, ну, нашим цим піцеділам, які зараз прийшли на зміну барыгам Петра Порошенка. Значить, смотрите, если мы взглянем на таблицу, мы увидим, какая средняя зарплата в Соединенных Штатах и сколько стоит средняя страховка.
и сколько стоит визит к терапевту. То есть, если вы получили свои 3900 долларов, и вам надо пойти послушаться, есть ли у вас бронхит или нет, вам надо заплатить 300 долларов. Это только за визит, не считая лекарств. Поэтому без страховки ты там не выживешь никак. Средняя страховка, более-менее нормальная, стоит 500 долларов. Много это или мало? Но давайте разберемся. Если у нас зарплата 3900, а у тебя есть жена и двое детей, а декрета никакого в нашем понимании в Штатах нету. Хочешь сидеть с ребенком, увольняешься с работы, сидишь с ребенком. Не хочешь сидеть с ребенком, нанимаешь няню. С 3900 ты должен заплатить налоги, коммунальные услуги, купить что-то поесть, заправить машину, а также купить медицинские страховки. 500 долларов – это на человека. То есть, если вас трое, это 1500 долларов. Все покриває медицинська страховка, і чи всім її дають? Оце ключове питання. Нет. В Штатах все, как у нас, тарифы мобильных телефонов, по пакетам. Стандартная медицинская страховка, которая стоит 200-300 долларов и которую имеют большинство граждан Соединенных Штатов, в том числе тому, которому отрезала пальцы, покрывает только 30% медицинских затрат. Это так называемый бронзовый пакет. Соответственно, за это тебе просто остановят кровотечение, и пальцы уже пришивать не будут, ты будешь сам оплачивать. Дальше идут всякие серебряные, золотые пакеты и платинумы. Самый крупный – это платинумы, и он покрывает 90% затрат. Все равно американская страховая медицина оставляет очень большой зазор денег, которые должен будешь заплатить именно ты. Ну, якщо подивитися на цифри чисті, от, щоб вилікуватися від коронавірусу, там від 24 до 74 тисяч доларів потрібно заплатити. Навіть враховуючи зарплати в 3900 доларів, ну це дуже велика сума. І от ми зараз побачили цікаву ситуацію, що от чому зараз в Америці більше ніж у всіх світі саме от... постраждала від епідемії коронавірусу. Тому що просто бояться американці йти до лікарень, тому що лікарні їм будуть виставляти космічні рахунки. От я правильно розумію? Тобто фактично ми зараз бачимо, що там дуже такі пік захворювання, тому що просто, ну от я от чисто логічно розумію, чисто це математика. Тобто, якщо підеш до лікарні, тобі виставлять 50-100 тисяч доларів, не дай Боже, в тебе ще буде якесь ускладнення від цієї хвороби, тобто тобі ще нарахують якусь певну суму, а там медицина, ну, дуже дорога, ну, це очевидно, я думаю, це факт, я так розумію, одна із найдорожчих у світі. Люди просто, я так розумію, їм залишається молитись все ж таки. Я просто не знаю, от як ви можете прокоментувати цю от страхову медицину в Америці? Коронавирус показал, что почему американцы оказались беззащитной, американская власть в борьбе с коронавирусом. Во-первых, потому что они не имеют государственной медицинской инфраструктуры, на которую можно волюнтаристски опереться. То есть, как в Китае сказать, так, у нас есть проблема, нам надо лечить коронавирус. А капиталисты скажут, слушайте, идите, знаете что, у нас мы зарабатываем деньги. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что в Америке есть такое понятие, как личное банкротство. И если ты пойдешь, полечишься, не оплатишь по счетам, и страховая компания не закроет за тебя счета, а они в среднем закрывают только 70% чека, тебя оставят без жилья, без машины, тебя обанкротят, просто ты будешь банкротом, внесен в реестр банкротов, и ты больше не устроишься ни на нормальную работу, ты не возьмешь никогда кредит. Ну и еще забывайте об одной вещи, если ты хочешь лечить глаза или хочешь лечить зубы, тебе надо еще взять две дополнительные страховки. Итого три страховки. Общемедицинская, офтальмологическая и страховка на дантиста. К чему это привело? Почему Обама стал президентом? Обама сказал, что я вам введу, по сути, государственную медицину. И был принят закон о защите пациентов. Так вот, Обама, будучи президентом, выполняя свои предвыборные обещания, пролоббировал закон, который называется «Об организации доступа к медицинской помощи», если его перевести на русский более литературно. Согласно этого закона, государство брало на себя
финансирование медицинских страховок малоимущих, а также обязывало работодателя покрывать часть медицинской страховки. То есть американцы поняли пагубность своей медицинской системы, которая вызвала уже к социальному бунту, и решили взять советскую модель, профинансировать людям их здравоохранение. Наши же остолопы, бездари, берут на вооружение то, от чего американцы отказались. Правда, когда стал президентом Супермен Трамп, он опять вернулся к своему дикому капитализму, и сейчас мы видим, что происходит с коронавирусом. И американцы все-таки вернутся к расширению вот этого вот акта. Так и Украина уже в 2013 году вставала на путь этой так называемой реформы. Но тогда правительство преступной банды Януковича-Азарова остановило распространение. Детально розкажіть, які конкретно там кроки були, були якісь експерименти, якісь області, якісь конкретні результати. Тут це дуже цікаво, тому що, щоб громадяни розуміли, от якими етапами в нас йшла ця реформа. От я так розумію, з якого року ця реформа от починалася, от з вашої точки зору. От поясніть. В 2013 году были проведены парламентские слушания. То есть власть Януковича, жутко преступная, прежде чем распространить реформу на всю страну, решила провести эксперимент в нескольких областях Украины. А именно Днепропетровской, нынче переименована в какую-то, я не помню, Винницкой и в Донецкой области. Где провести первичную стадию медицинской реформы, а именно введение так называемых семейных врачей, а также укрупнение и специализацию больниц. Кстати, в то время Днепропетровское здравоохранение возглавляла госпожа Гинзбург, которая сейчас нам здесь впаривает медицинскую реформу в Киеве. То есть самая эта чиновница тогда впроваджувалася в Днепропетровской области в качестве эксперимента, зараз у Киеве фактично ликвидую лекарни. Да, да. Так и тогда они ликвидировали больницы. И вот. То есть реформа начиналась даже тогда с ликвидации лекарни? С ликвидации больниц. Вот тогда, когда были проведены эти парламентские слушания, и несмотря на бодрое выступление чиновников, правительство поняло, что что-то мы идем не туда. И в итоге эта реформа была свернута. Однако на этих слушаниях были озвучены очень интересные факты. Первый, кто выступил против этой реформы, вы не поверите, была госпожа Ионова, представитель партии «Удар», Виталия Кличка, которые тогда находились в оппозиции. И что сказала эта дама на слушаниях? «Хочу зауважити, що слів скорочення, звільнення, закриття у документах про реформу в сфері охорони здоров'я ми не знайдемо. Вони гарно звучать – оптимізація, реструктуризація і перепрофілювання». Закінчилося це оплесками. Тобто тоді партія Кличка була проти реформи. Кстати, зараз ця дама вже в партії Петра Порошенко. Ну, это касательно чистоплотности тех, кого Виталий Кличко понабирал в свой удар. Так извините, что изменилось с тех пор? А изменилось, ну, я могу это списать на исследования американских врачей, которые наблюдали за очень интересным фактом. Если боксер вовремя не заканчивает карьеру и пропускает много ударов в голову, у него развивается специфическое заболевание, которое так и назвали – деменция боксеров. Оно еще имеет более сложное название. Так вот, когда ты выступаешь против медицинской реформы, а потом через какое-то время зовешь человека, который ее реализовывал, чтобы в Киеве ее воплотить, ну, я могу списать на это. Хотя у нас в стране презумпция психического здоровья, и я думаю, что все-таки, заверяю, психически здоровый человек. Это ваша здогадка все. Это моя здогадка, да. Ну, я же должен для себя как-то это объяснить. Однако, это не последние цифры. Это так, мы посмеялись. А теперь к смертям, которым привела эта медицинская реформа. В то время человек, который выступал крайне против этой реформы, была народный депутат Украины Ирина Спирина. Она же доктор медицинских наук. И вот какую она привела статистику в своем выступлении. Лише у Днепропетровской области, откуда наша Гинзбург, закрыто тогда было 29 дільничних лікарень. Кількість споруд лікувальних закладів зменшилась на 162 одиниці. У Донецькій області, незважаючи на наявність сучасного перинатального центру у 2012 році, рівень смертності малюків, дітей нашого будущого, підвищився на 12%.
На 30% цей відсоток підвищився загалом в Україні. В Дніпропетровській області у минулому році, тобто 12-й, рівень смертності малюків підвищився на 5,3% та продовжує зростати. Тобто, якщо я правильно розумію, тобто 29 лікарень було зачинено у рамках експерименту. Да, це реформа, так називаємо. Тобто реформа сводиться к ліквідації больниць, це тоді сводилось. Зараз, я так розумію, верніше тоді послухали ці цифри і передумали тоді вводити цю медицинську реформу, тому що зрозуміло, що це буде по всій країні. Звісно, це ще не найстрашніші цифри. Тоді на этих парламентских слушаниях выступил господин Козлов. Он председатель организации «За наших детей». И он озвучил еще более ужасающую статистику. За первый полный год медреформы смертность детей до одного года в нескольких пилотных регионах, вот этих, Днепропетровская, Донецкая, Винницкая, выросла до 14%, в то время как по целом по Украине снизилась. А в январе 2013 года в Днепропетровской области, откуда Кличко нам Гинзбург привез, количество умерших детей до одного года увеличилось, вдумайтесь, на 62%. При Гинзбург смертность детей до одного года увеличилась на 62%. Это каждый второй ребенок умирал благодаря этой реформе. В 2012 году смертность в перинатальном периоде в некоторых пилотных регионах увеличилась на 11%. Каждый десятый ребенок умирал из-за этой реформы. При том, что по Украине осталось без изменений. В Днепропетровской области, где работало два перинатальных центра, смертность в перинатальном периоде в 2012 году возросла на 7%. Это при госпоже Гинзбург. И теперь эта дама приехала в Киев по приглашению Кличка и Поморозника, его заместителя, для того, чтобы что, повторить здесь статистику смерти детей? Ну, мы бачимо зараз, что, до речи, вот как раз перинатальный центр и намагалися закрыть. Это одна из лекарень, которые все ж таки вдалося відстояти на деякий час фінансування. І от все ж таки, я так розумію, що у нас слово «реформа» заміняють дуже зрозумілі для людей слова. Це звільнення, закриття лікарень, скорочення фінансування, таке інше. Це випадково, як ви вважаєте? Звісно, ні. Ну, давайте говорити язиком цифр. У нас опошлили слово «реформа». Что происходит за время так называемой этой суперевропейско-американской реформы? Мы можем видеть на графике. Население Украины сокращается. Тогда смысл в этой реформе? У нас ее проводила Супрун, до Супрун всякие грузинские проходимцы. Я так еще правильно разумею, тоді провели эксперимент, вот, чтобы вот для глядачів было вот все же дуже чітко и зрозуміло. Тобто тоді, ще при цьому експерименті, вони подивилися на цифри цих реформ, скорочення лікарень, ліквідація, смертність, таке інше. Вони відмовилися від цієї реформи. Да. А потім вже після державного перевороту, після того, як Порошенко прийшов до влади, ми побачили Квіташвілі, Супрун, і навіть зараз ми бачимо продовження цієї реформи. Да, да. Після святої... І зараз ми бачимо зараз по всій країні закриття лікарень. Після святої революції достоинства у нас вирішили повернутися к умисленому сокращенню населення, хоча я не понимаю этих действий, могу их только как на дурость списать, потому что если вам нужны батраки для Евросоюза, которыми вы сможете торговать, то нужно их лечить хотя бы. Да, у нас вернулись к этой реформе, которая провалилась в 2013 году, завезли сюда сомнительных грузино-американских специалистов, непонятно с каким образованием, для того, чтобы они продолжили геноцид украинского народа. Поэтому на примере вот двух больниц мы можем с вами проиллюстрировать, как это будет происходить. Господин Кличко, господин Поморозник и госпожа Гинзбург, руководствуясь предписаниями госпожи Супрун, если вы нам покажете светлые лица этих товарищей. Так, они очень любят фотографироваться для Фейсбука та и других. Да-да-да, кстати, насчет того, как они любят фотографироваться. У нас же этот, в голову ударенный мэр на ринге начал избирательную кампанию во время карантина. Другим агитировать нельзя, ему можно. То знаете, что он делает для борьбы с коронавирусом? Не, он не спасает больницы. Это мы с вами, благодаря нашим союзникам, спасаем больницы, а он... А мэр Києва Віталій Кличко щодня в прямому ефірі інформує киян про ситуацію в місті. Для цього в будівлі КМДА була облаштована мобільна телестудія. От куди наші гроші йдуть. І вони цю чушь
не стесняется писать эту дурость. Он с вирусом по телевизору борется. Лучше бы Кашпировского пригласил бы. Он бы, может быть, ему голову бы вылечил и заодно бы воды зарядил бы полезной. Значит, смотрите, что произошло. Вот у нас есть две больницы. Микрохирургия глаза и перинатальный центр, который детей лечит. Значит, в начале года все нормально. В начале года они получают финансирование на весь год, как бы продолжают себе спокойно принимать пациентов, делать сложнейшие операции. Идет эпидемия коронавируса, Китай, Италия. Они готовы принимать больных, зараженных коронавирусом, и лечить осложнения, в том числе у детей. Однако вдруг им приходит бумага из казначейской службы. Эти документы нам предоставлены на наши официальные журналистские и адвокатские запросы. Приходит бумага с казначейской службы и говорит казначейству: а мы вам останавливаем операции с бюджетными деньгами. Ну, сказать, что были главврачи в шоке, это ничего не сказать. Как? Это значит, мы не будем зарплаты платить, мы не будем покупать расходный материал, мы не сможем масок, перчаток купить. Ну ничего, все, блок, давай разбираться. Оказывается, есть решение, что... Мол, у вас денег на счету ноль. Нету денег. Куда? Так как это нету денег? Забрали фактично финансирование. Так они не просто забрали финансирование, они совершили преступление, потому что новый премьер-министр Шмыгаль принял специальное постановление вместе с кабинетом министров. Он сказал, чтобы обеспечить финансирование специализированной государственной субвенцией все лечебные заведения, которые... не успели превратиться в коммунальное предприятие, для того, чтобы победить коронавирус. Кличко, несмотря на проявление его странностей, тоже принял решение Киевского городского совета, где конкретно на эти две больницы выделили деньги. И вдруг какая-то госпожа Гинзбург вместе со своим финансовым департаментом, тоже подчиненная Кличко, отбирают финансирование, о чем видається змінення лімітної справки. Зараз давайте подивимося відео, як це було, коли ми намагалися до пані Гінзбург достукатися людською мовою і задавали питання, чому так сталося. От, як от ми завітали фактично до департаменту охорони здоров'я, хоча нас вони явно не чекали. Давайте подивимося. Добрий день. Дмитрий Василец, журналист, адвокат. Андрей Рожин. И больше двух человек? Да, мы два человека. Мы хотели бы попасть. Дай, пожалуйста, документы. Все что? Ну, тобто, закінчилося це все, що пані Гінзбург одразу викликала поліцію, коли ми завітали до неї до кабінету. Чому так сталося? От, я думаю, ви з точки зору от, юридичного сектору, я думаю, зможете розказати, чому саме така реакція наших українських чиновників. Ну, юридичний сектор був в шокі, тому що це був мій найкраткий візит к якому-либо чиновнику. Ну, перший раз бачу, ми з вами заходимо і одразу викликають поліцію. Ну, либо мы так плохо выглядим, либо эти чиновники, они оккупанты. Слушайте, заняли кабинеты, оградились от нас охраной, полицией, турникетами. Ну, такое ощущение, что это оккупационная власть. Ну, мы конкретно пришли. Наша задача ж не поднять скандал. У нас тут, блин, люди умирают, дети без медицинской помощи. Мы пришли провести ликбез. Взяли документы, взяли опыт различных регионов, пришли госпоже Гинзбург рассказать, что законы менять не надо. Законы разрешают вам финансировать. Плюс задать вопрос, как так, что раз и 40 миллионов пропадает со счетов только всего лишь одного центра микрохирургии глаза. Вот были вчера, а на утро пропали. Где деньги? Почему не подготовлен сметная документация? Это статья. Ну, смотря как, если это умышленно, а мы считаем, что это умышленно, то это превышение власти и служебных полномочий. Ну, мы сейчас перейдем к этому, подождите, не забегайте наперед. И вот, мы говорим, госпожа Гинзбург, вот бумаги, вы нам ответите на наши вопросы. Она говорит, да я с вами разговаривать не буду. Я буду разговаривать только с руководителями. Я так понял, с нашими руководителями или с руководителями больницы. Короче, прибежала полиция и говорит, ну все, господа, прошу на выход.
Мы говорим, мы не можем покинуть, это же место происшествия. Пусть госпожа Гинзбург нам объяснит. В итоге Дмитрий Василец и адвокат Гожий пишем заявление на Гинзбург. Ну, це прямо зрозуміло. Там на місці. А от якщо от відсторонитися від тих буремних подій і подивитися на цю ситуацію трошки під іншим углом, от ви як голова юридичного сектору, от які дії ми все ж таки зробили для того, щоб стимулювати пані Гінзбург виконувати свої прямі службові обов'язки? Ну, перше, що ми зробили, поскольку она входит в президентскую вертикаль и, по сути, является членом вот этой вот Зе-команды, мы господину Владимиру Зеленскому написали кляузу или ламентацию. Короче, наш слезный... Это направили листа до... мы написали заявление ему. Он же президент, и если он откроет Конституцию, он прочитает, что, оказывается, он гарант ее Конституции. То есть он обязан обеспечить, чтобы Конституция работала. По Конституции у нас какая медицина? Безоплатная, да? Как бы они ни пытались вот извращаться. Закрытие больниц – преступление. И мы написали, что господин президент, вы такие ролики, блин, снимаете классные о том, что вы победили все, и в том числе коронавирус. Может быть, вы остановите закрытие двух больниц, которыми пользуются не только киевляне, а все украинцы, и отправили ему. Далее, чтобы не останавливаться на этом, и мы увидели, что полиция совершенно не чешется в ответ на ваше заявление, которое было написано прямо под кабинетом у Гинзбург, мы обратились к Государственному бюро расследований и четко уже поставили вопрос с доказательной базой, что действия госпожи Гинзбург, господина Кличка и Поморозника, у которого, кстати, обыски были недавно, но он свидетель. Пока свидетель, ненадолго свидетель. Вот. Зараз ГБР все ж таки ці справи зареєструє, я вважаю. І тоді він буде вже конкретно. Можна зареєструє, Дмитрий. Ми ж все ж таки через суд доб'ємося того, що ми живемо зареєстрували ЄРДР. В іскривленій реальності. На даний момент ми обратились. И поставили четко вопрос. Это статья 184, статья 210 и 364. То есть махинации с бюджетными деньгами, сокращение медицинских учреждений и превышение власти и служебных полномочий. Мы обратились. На данный момент обратной связи юридической по заявлениям о преступлениях мы не получили. Однако, я думаю, что втирание ёршика в пятую точку осуществлено было, и вдруг неожиданно поступило финансирование. И нам профсоюзы, и в том числе на наши запросы из медицинских учреждений сообщают, что да, деньги поступили, оказывается, можно финансировать. Оказывается, бюджетный кодекс и закон о местном самоуправлении разрешает финансирование. Угу. Ты смотри, какая радость. Дива. Они хотят, я знаю, зачем это они сделали. Они думают, мы пока пожертвуем этими деньгами. В принципе, для них что там, что там этих 40 миллионов? Ну, тут там, это всего лишь один Майбах. Мы Майбахом пожертвуем, не купим новенький, а зато сохранимся на свободе слова. Плюс мэр уже переизбраться надо. Угу. Однако... Это ему будет очень важко сделать, мне кажется. Мы ему поможем. Мы поможем ему переизбраться. Но мы не остановимся на этом. Пусть они... преступление было совершено. И мы добьемся. Мы уже подали в суд. На данный момент, по состоянию на сегодня, мы подали в суд на Государственное бюро расследований о том, что они не выполнили свою функцию, не зарегистрировали уголовного производства. Несмотря на то, что суды не хотят работать, вообще чиновникам вообще карантин хорошо. Они получают зарплату, ни хуя при этом не делают. То есть, отлично, вопросы не решают. На жаль, громадяни України, якщо сидять на карантині, не отримують зарплатню. От я думаю, це все ж таки... не допрацював Зеленський, щоб вони якось було рівнозначно. Якщо у нас чиновники отримують зарплатню і нічого не роблять, то і громадяни України, щоб отримали зарплатню. Ну, я так розумію, це не про нашу Україну. Ні-ні-ні, чиновники – це ж окупаційна власть.
Они же, это же государство существует ради чиновников, несмотря на то, что написано ради граждан Украины. Так вот, мы добьемся возбуждения уголовного производства и будем бить их, вот поводим носом об закон. Они еще как бы поймут, что такое граждане Украины. Но знаете, что самое страшное, что нынешняя власть ведет себя хуже, чем нацистские оккупанты. Ну, це якщо подивитись в історичну перспективу, і що і тоді юридичну перспективу, і що тоді було з лікарнями. Ретроспективу. В ретроспективу. Давайте подивимося тоді відео історика з цього приводу. Здравствуйте, представьтесь. Александров Игорь Валерьевич, историк, краевед. Скажите, пожалуйста, во время захвата Украины и оккупации немецко-фашистскими войсками, закрывались ли лечебные заведения на Украине? Что было с учебными медицинскими заведениями? Больницы не закрывались, они работали с прежним штатом врачей. И учебные медицинские учреждения сначала закрыли и потом очень быстро открыли. Как вы считаете, с чем это может быть связано? Ну, потому что они понимали, что рабы должны быть здоровыми, не нести эпидемиологическую опасность для оккупантов, и их надо лечить. А почему современная украинская власть закрывает больницы, как вы считаете? Ну, это, по-моему, однозначно направлено на уничтожение коренного населения. Скажите, пожалуйста, а когда немецко-фашистские захватчики сюда пришли, медицина была платной или бесплатной? Бесплатной, и в годы оккупации оставалась бесплатной. Спасибо большое. Якщо от проаналізувати слова історика, я так розумію, що от тоді загарбникам було вигідно, щоб населення було більш-менш здоровим. Але ми ж пам'ятаємо, що в них були концентраційні табори, і вони просто знищували населення, методично спалювали їх, так і інше. Тобто зараз ми, я так розумію, щоб не будувати концентраційні табори, загарбники, вони фактично ліквідують медицину в принципі, щоб населенню вимирало. І таким чином, я так розумію, вони просто економлять гроші на тому, що потрібно будувати ці печі для людей. Ну, я просто не розумію логіки. От, можливо, ви мені поясніть, тому що дуже багато думок з цього приводу, але ми бачимо фактично таке цілеспрямовані дії на скорочення кількості громадян України. Я от по-іншому я не можу це описати, тому що от я бачу цифри, ми бачили конкретно закриття лікарень. І слово от реформа в даному випадку в контексті медицини – це дорівнює геноцид українців. Я так розумію, що я це розумію, що це розуміють наші глядачі. Чому так трапилось у нас? У нацистов был другой концепт. Нацисты здесь жить хотели. Им надо было освободить территорию и быть колонистами здесь. Поэтому для того, чтобы не заразиться от унтерменшей, которыми они нас считали, даже тех их союзников, которые в вышиванках маршировали вместе с ними, они боялись, чтобы наши эти унтерменши, наши деды-прадеды, не заразили их. И поэтому с помощью концентрационных лагерей освобождали здесь территории. Нынешняя же власть хочет жить там. Их дети в Англиях, Швейцариях, в Америках. Им здесь нужен небольшой обслуживающий персонал, который будет добывать ресурсы и будет обеспечивать сытую жизнь их деткам по Лондонам. Поэтому концепция другая. И их задача и сэкономить денег, и максимально сократить население, оставив только здоровых обслуживателей добычи материальных ресурсов. Угу. Ну, а от які дії будуть зроблені нашим юридичним крилом для того, щоб все ж таки цю ситуацію і далі розвивати, щоб не тільки дві лікарні вдалося відбити від цих чиновників, а щоб і інші лікарні теж були профінансовані в повному об'ємі? Задача максимум – это остановить медицинскую реформу в том формате, в котором она есть сейчас. Потому что это, по сути, уничтожение бесплатной медицины. Зеленский уже вдруг в своем обращении понял, что что-то с этой медициной не так. Ну, видно, рейтинг, на свой рейтинг начал смотреть. Угу. Я думаю, подивился и задумался. И задумался. Я думаю, что он письмо наше прочитал. Мы ему там разъяснили, что господин Зеленский, может, вы и не досидите свой срок, а из этого срока отправитесь на другой срок. И уже те товарищи, которые придут после вас, они не будут с вами нянчиться, как вы с Порошенком. Это вы никто.
и являетесь просто говорящей головой, а придут, мы надеемся, действительно представители народа, которые всю эту свору пересажают. И наша максимальная цель, чтобы преступники, уничтожающие страну, сели в тюрьму. А давайте будемо все ж таки ставити себе на місце цих чиновників. Вони ж кажуть, що у них просто немає грошей. Нет, мы не будем себя ставить на их место. Yeah, ну вот, а можливо, дійсно немає просто грошей у держави. Можливо, десь вони закінчилися. Ну, а куди ж кредити діваються? Да ладно, ну глядя на каких машинах ездят оперативники Службы безопасности Украины, я думаю, что они могут выступить спонсором ни одной больницы. Понимаете? Деньги есть. Ну, я так ще от розумію, от НАБУ. 14 тисяч гривень повернули до бюджету, а молодці, на них витратили мільярди. Ну, тобто, скільки, в принципі, лікарень можна на мільярд гривень профінансувати? Ну, я думаю, що Київську область можна профінансувати. Там тих лікарень якась буде на мільярд гривень, буде. Якщо подивитися, які ще є органи, які існують, але нічого не роблять. Я думаю, що можна нахлюдувати дуже багато. От вам здається, от, як ви вважаєте, що потрібно зробити для того, щоб відбулося? Це якийсь секвестр бюджету? Чи от, як в принципі назвати цей процес і хто за це відповідальний? Ну, ми повинні зріти в корінь, що собою представляє Україна. Україною командує окупаційний олігархат, компрадорська буржуазія. Ее обслуживает аппарат, который здесь находится. Этот аппарат максимально коррумпирован, в том числе и легальными способами. Вы посмотрите на губернаторские зарплаты, посмотрите на зарплаты в НАКнефтегазе. Так одна зарплата председателя НАКнефтегаза вам профинансирует все, что угодно. Понимаете? Нет, должны быть коренные изменения. Властью должен стать народ. И народ должен избрать народную власть, а не путем манипуляций, которые нам навязывает избирательная система. Мы выбираем все-таки на самом деле ничего. Мы выбираем говорящие головы, бессмысленные. И вы же заметили, что настолько олигархат стал издеваться над народом, чисто троллить народ, что они стали депутатами, министрами, каких-то откровенных дурачков, чтобы показать, смотрите, они дурачки. Они судимости, они психи, они ничего не решают. Они залазят на стол, стоят на голове, ездят на самокате, несут откровенную чушь. Они не власть, но зато посмотрите, какие у них зарплаты. Это десакрализация власти. Нужны коренные изменения. Политические коренные изменения. А Зеленский, он не является политической фигурой, за ним нет политической власти. Вы же посмотрите, он сегодня одно говорит, завтра другое. То есть... Менять. Власть надо свергать. Законний конституційний спосіб, путем виборів. Якщо підсумувати, ми маємо наступне. Фінансування двох лікарень частково розблоковано. Це тактична, але не стратегічна перемога. Бо реформа, а по суті знищення державної медицини, не зупинено. Зеленський нещодавно заявив, що медреформу треба переглядати. Але говорив він дуже багато. І по факту нічого. Знищення медицини продовжується. Для нас важливо, аби посадовці, з чиєї вини трапилось оговорена сьогодні катастрофічна ситуація, не уникнули відповідальності, а тому ми продовжуємо працювати. З вами у студії програми «Презумпція винуватості» були Дмитро Василець та Андрій Гожий. До побачення, до наступного тижня.